Так, я подхожу к нашему чоловічому монастиру, так називаємо, живоносне джерело. И может сегодня еще удастся нам что-то спеть, сыграть. Я пришел поздновато, потому что дел было много. Но будет видно. Сейчас я зайду, погляжу, есть ли еще люди или нету. Собирается строить монастырь. Пока на его месте вот что-то в этом роде. Дождик идет. Тут они разбили садок такой, тут все. Ну как в лучших традициях монастырей, чтобы все было красивенько, уютненько. Это вам не египетские пустоши сирийские. Сейчас немножко покажу, что сзади, потом зайду внутрь, погляжу, есть ли кто еще там внутри. Вот что. Олени стоят, замерли. Там беседка что-то. Ладно, так-то я пошел дальше. Загляну, есть ли кто внутри. Есть. Иерусалим, Иерусалим.
Иерусалим, там вечно живу. Иерусалим, Иерусалим, там песни пою. Ты город живых, ты город святых, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, с тобой я стремлюсь, Иерусалим. Уже болезни там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, с тобой я стремлюсь, Иерусалим. Ну а смотри, у тебя идет, там идет вниз строчки вот эти последние, да. Эти слова, а у тебя вверх идет. И выучили мы вверх. Я же немного подкорректировал, потому что там два аккорда. Наполняет весь дом, чувствуем
дороги падает вниз пред Христом. Благословенья с неба польются дождем, падают капля за каплей, Божий потоком мы ждем. Благословенье потоки Бог свое время пошлет. Во свете мы ходим, если Он с нами живет. Благословенья с неба польются дождем, падают капля за каплей, Боже, потоком мы ждем. Расшевелилось, да, все? Не предвкушает. Это молитву я нашел немножко другие аккорды. Это любовь людей, это
это прощение зла, это в душе мощный родник тепла. Так, мне заходит. Никита, давай еще. Вот это, да? Да, это наши куплет сам воспевает. Бога легко искать, Бога легко найти, Бог это благодать, Бог это свет пути, это любовь моя, это добро твое, это свет буй моя, он и в конце твою. Прощение зла, это в душе моей мощный родник тепла. Бог это наш. Уже давно не играл, забыл это. Бог это наш судья, истинный вечный страж. Бог это суть моя, совесть и голос наш. Бог это в сотах мед, Бог это хлеб и соль, тот, кто на мир дает, тот, кто врачует боль. Это твой первый вздох, первый ребенка крик, новую жизнь порог, вечность моя щемит. Бог это вечный дух, это стихи и закон. Бог это лучший друг, беда помощником. Это молитвы стон, это хваленье звук, это земной поклон, это скрещение рук. Это Голгофский крест, это воскресный день, это благая месть и крылья могучих сей. Да так. Да, что вы хотите? Дорог я тебя.
на память уже, тут не все куплеты, это так. Матрица. Просто аккорды дикие. А вот о чем. Молитва найдите, я нашел сейчас. По молитвам. Помоги за тобою идти, ведь тебя я, Создатель, люблю. Помоги за тобою идти,
небесной стране. Но хоть скорби придут, помоги, не дойти к той небесной стране. Положиться мне дай на тебя, твердость веры во мне сохрани. Ты страдал на кресте за меня, должен мне сейчас страдание нести. Ты страдал на кресте за меня, должен мне сейчас страдание нести. Когда я упаду на груди, ты простри ко мне руку свою, помоги за тобою идти, и тебя я создатель люблю. Помоги за тобою идти.